У нас были действительно не закрыты некоторые участки, но те, которые были закрыты, даже замглавы комиссии и секретарь, двое человек было самопомощи на одном участке, люди, они пришли, говорят, сидят члены комиссии от оппозиционного блока, список людей с телефонами, они их обзванивают, они приходят, паспорт не проверяют, прописку, они голосуют, идут на следующий. То есть у оппозиционного блока через социальные службы были список людей, которые никогда не ходят на выборы. Они пишут жалобу, их выбрасывают с комиссии, они идут в милицию, они пишут жалобу в районную комиссию, а их не рассматривают, они пишут Нарушения жалобу в полицию. зафиксированы? Да, зафиксировано, они приезжают в городскую комиссию, их отклоняют, их жалобу, они пишут сейчас, они написали заявление в милицию, и сейчас открыто криминальное провадження. То есть заявлять то, что не было жалоб, они были. Когда я приехал и подал все жалобы, когда мы их собрали со всех комиссий, потому что их не дельничные, не районные ТВК не рассматривали, игнорировали, мы привезли их в районную комиссию, заседание параллельно велось, а жалобы сказали, будем рассматривать через 2 дня.